Спасибо, дамы и господа. Группа «Аргемония» перед вами сейчас выступает город Санкт-Петербург. И маленький кусочек группы «Трик Ветру» в лице Насти, прекрасной барабанщицы. Thank you.
Из славного города Санкт-Петербурга рады вас приветствовать этим чудесным воскресным уже днем на фестивале «Легенды норвежских викингов» 2016 года. Здравствуйте! Thank you.
Следующая песня о вреде употребления большого количества алкоголя. Вот. А посвящена она, повествует она о том, что жил-был себе мужчина, не кто жил. Любил он выпить браги. Но вот незадача, представился он на небо. Give me
наші шедеври кури. А любено на коне жінка тиса на поле. Макемитон, 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 Жан-Марі. Макемитон, 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 Жан-Марі. Ooh,
господа, группа «Аргумения» благодарит вас за то, что вы были с нами. И мы рады представиться. Вот, мы рады представиться. Давайте, наверное, слева направо, недолго, чтобы это было. Женечка, дамы и господа. Флейта, волынки, цимбалы, ну, большинство инструментов, которыми мы владеем, владеет она. Вася, бузуки. Так. Непревзойденная совесть нашей группы. Оля. Человек, который единственный способен меня вынести, наверное, на все 100%. Леночка. Ну и профессиональный игрок на ваших нервах. Гудец на всех. Профессиональный игрок на нервах. Непрофессиональный игрок на музыкальных инструментах. Меня зовут Скиф, дамы и господа. Вместе с вами сегодня, здесь и сейчас. Это фестиваль «Легенды норвежских викингов» 2016 года. Спасибо за внимание, что были с нами.